Как известно, проблема выбора профессии является одной из самых главных в жизни каждого человека. Особо значимым является приобретение учащимся адекватных представлений о профессиональной деятельности и собственных возможностях, формирование умения включаться в общественно-производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. Школа, как важнейший функциональный элемент государства, отражает состояние и тенденции развития общества и определяет его будущее. Ориентация выпускников в выборе своего профессионального пути выступает как часть образовательного процесса. Роль профориентации приобретает в настоящее время особую актуальность и значимость. С этой целью Алмалыкский городской отдел народного образования совместно с Алмалыкским хакимиятом, городским филиалом Республиканского духовно-просветительского центра провели мероприятие на тему «Моя профессия, моя гордость». В своеобразном празднике профессии, организованном на базе специализированной общеобразовательной школы номер 19, приняли участие талантливые учащиеся всех общеобразовательных школ города, а также руководители этих учебных заведений. Перед собравшимися выступили психолог-методист Ташкентской области Шейра Хакимова и психолог-методист Гарано Халида Касымова, которые дали подробную информацию по профессиям, востребованным в нашем регионе, предлагаемые к освоению выпускникам, а также ознакомили руководителей школ с постановлениями правительства, касающихся профориентационной работы. Специалисты отмечали, что само понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов с разных языков – латинского «profession» – род занятий и французского «orientation» – установка. Профориентация базируется на психологии, социологии, экономике, философии, праве и медицине. Подготовка выпускников школ к сознательному выбору профессии – это важная социально-педагогическая задача. Основной особенностью современной профориентации является то, что она представляет собой систему подготовки молодых людей к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности человека и его потребности с одной стороны и рынок труда с другой. Исходя из этого, деятельность по профориентации в современных образовательных учреждениях предусматривает соблюдение и реализацию следующих принципов – систематичности и преемственности, профориентационная работа должна вестись с 1 по выпускной класс, дифференциации и индивидуализации, учитывающим возраст, уровень успеваемости и состояние здоровья учащихся, взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации молодежи, органов по труду, занятости и социальной защите и психологизации профориентационной работы. Немалый интерес в ходе мероприятия вызвали рассказы представителей разных профессий о своем любимом деле, в их числе народного артиста Узбекистана Хамида Ташпулатова, поведавшим о своем творческом пути и ответившего на многочисленные вопросы ребят. На встрече, прошедшей в интерактивной форме, были представлены также художественные выступления психологов общеобразовательных школ города и театрализованные миниатюры, подготовленные учащимся школы номер 19 на тему «Моя профессия, моя гордость». Как горчо мать, и лек, супра, ха, дай мим для.